glasses, well that's just my way. Nobody sees me when I'm walking through this town. I'm in Helsinki, but no one sees me. There must be others who are just like me. Let me hear you. Hey, 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 we are heading into the shadows. Hey, hey, we are in another dimension. Hey, hey, we are riding around the corner. Hey, hey, we are hiding in the shadows. I'm invisible every place that I go. I'm standing right there, but ha, they don't know. I'm just in black on a gray cloudy day with x-ray glasses, well that's just my way. Nobody sees me when I'm walking through this town. I'm in Helsinki, but no one sees me. There must be others who are just like me. Let me hear you. Hey, 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 we are hiding in dark shadows. Hey, hey, we are in another dimension. Hey, hey, we are right around the corner. Hey, hey, we are hiding in dark shadows. Hey, hey, we are. Hey, hey, we are. Sunrise, coming home with your bloodshot eyes. Oh no, oh no. Spend the night hanging out, so cool. You wanna shout, hair high, car low, and away you go. Oh no, you
Ребята, всем привет, в эфире Тварина, и начинается наш сегодняшний стрим, турнирная партия с Silent Hill, доигровка. Это турнир NP vs LM, шаблон 8mm6, плот против Касла, продолжение с 1-3-3. Так, надеюсь, оппонент готов. Сейчас включаем игру и поехали. Закрылась. Хаму нужно переустановить, это 5 минут займет. Что произошло вкратце? Да все хорошо, чистим сейчас трэжи. Тупиковую трэжу, угловую трэжу. Утопу взял на 1-3-1. Утопе дали статы. Топа тройка была, дали меч плюс 5 ола, щит плюс 12, минус 3. И что-то еще. Книгу воды, по-моему. Так,
долго удаляется Хамачи. Частенько бывает после перезагрузки компа Хамачи отказывается работать. Уж не знаю, в чем дело, но не суть. Это опять же просто переустановка решается. Топа в снегах. Нет, в снегах не было утопа. Утопа в Торже была. В снегах я забрал улик и сапоги. Да, же два логиста, оба качаются. Трэжи чистятся. Ну, контроль надо искать сейчас, а так все, в принципе, хорошо. И, в принципе, игрой я своей доволен. Мне нравится, вот как разыгрываю конкретно эту партию. Что пока что все ок. Что за роботы, что случилось? А, была, да, точно, была утопа, она же заблочила проход. Что-то я запамятовал. Нет, я ее еще не забирал. Точно, была утопа по дороге. Так а что было, ребят? Звук страшно залагал, а сейчас нормально. Хз. Да ну какой-то спойлер, сейчас-то все равно загрузим, сразу я эту утопу увижу. Подключается. Скамач не хочет работать нормально. Просто типа из всех сеток меня выкинул. Так, ну вроде нормально. Поехали. Я ругаюсь, когда говорят какие-то подробности по партиям, которые не закончены на другом стриме. Я объясню даже почему. Здесь это не является спойлером, поскольку ну, эту партию сейчас сыграю. А в партии, которая другая, например, если бы я играл сейчас какую-то другую игру, а это была бы недоиграна, и был бы подобный спойлер, он был бы спойлером банально потому, что оппонент мой по этой партии, Silent Hill, мог бы смотреть мою другую какую-то игру и невольно стал бы свидетелем этого спойлера. Понятно, что эту игру Silent Hill смотреть не будет, как честный папашка. В этом смысле. И это очевидные вещи. Но, видимо, не для всех. Точнее, для всех просто не думают люди, когда пишут это. Где вы будете? 2016 будет в клубе Atlas. Это типа из серии «А как закончилась та партия, где у тебя две нычки коров и все круто?» А вот она не закончилась, а тот же Identity, против которого я играл,
эту партию, он, ну, периодически заглядывает на стримы и смотрит мои стримы. Вот он сидит такой, смотрит мою игру против, там, не знаю, против Сайленса, и такой: ага, две нычки коров, все классно, ну окей. Ну как просто как пример. И это реальный пример, так люди писали. Так, напиши. Да, 1-3-3, что до компов много. Попская аналитика подъехала. Дороги такие. Такие дороги такие. Пусть она равномерно достанется нам обоим. Спасибо, Петр, большое за поддержку. Я так понимаю, тебе тоже удача нужна, так что лака тебе желаем. Папского. Так, ну короче, сейчас вот этот ржак будем чистить. Чё Кирем делать, вопрос? To
самом деле можно армию разделить просто. Замедлание это плохо. Я могу здесь грандола ставить, допустим, и единорогов. Плюс быстрые единички какие-нибудь. Обзорки забирать. Так а что мне эта обзорка покажет? Просто на самом деле, пока я здесь, хочется этот рыжак-то под это. Он зачистить, подразведать. С другой стороны, ну, Гунар будет чистить здесь, ну, два дня где-то, да, точно. Потом надо будет вот эту вот обу убрать. Вот эту, да, обзорку, вы говорите, надо брать. Вот это, кстати, обзорка, да, полезная. А зеленый умер, да, уже? Я сейчас просто все герои в цепи задействованы, поэтому я не могу. Здесь еще есть проход к компу фиолетовому, если не ошибаюсь. Инферно. А может и не инферно, не помню. К чаю нам, да, здесь? Кстати, как вариант, можно по-другому сделать. Можно, чтобы Кири... Так, а тут гемчик. Блин, замедление бы нарулить. Рядом с Кирей Сайлент. Ну, я не знаю, это спойлер или нет, но это бан однозначно. Я это воспринимаю тупо как спойлер. Так что, до свидос, дружок. Можно, как вариант, пойти, тут, конечно, идти далековато, но тем не менее. Типа к чайному пробиться, все дела. Почему нет? She's an anti-social girl, you wanna know.
Так. Кирь пусть сделает. Понятно, да, ума хватило, типа, заспилить стартовую зону. Я как бы и так стартовую зону знаю. Дебилы, блин. Может, конечно, контролем сюда как-то попал, но окей. Шайни. На самом деле не самая плохая тема пойти по снегу Кирей. Можно через конюшню сбегать. Конюшня, разбивка, так, здесь. Thank you.
Блин, как же он качается, а? Хорош.
привет всем ребятам. Да не, эта партия несравнима с партией с Элизе. Но о чем речь? Там, блин, контроль был у оппонента, и контроль это ладно. У него с 1-1-3 был некромант с экспертом некро, плюс 15 некромантии. Забейте, просто забейте. Легкая нычка эфрита в конца под домом. Там единственное, что могло восстановить, это кривые дороги, но... Опять же, быстрый контроль, сразу же отстроенный в гильдии. И у меня армии не было. Ну, то есть все, я там бегал 20 утками всю игру. Ой, да понятно, сейчас новички такие, о боже, прям коленки трясутся перед новичками. Такие мощные, не унять. Куда уж нам? Короче, Кирим надо сейчас строить сейчас цепь сюда будем. Там как раз по просмотру этот оббежит. Два холок с ней бежит, за три лежит, это все трыжу, но тем не менее. Так, мы побежим, здесь побежим, вот ржак зачистим, вынесем отсюда. Соответственно, цепь надо строить сверху. Ну, тут недалеко, как бы нормально. Гунар возьмет утопу, и надо, чтобы Кир после этого где-то, не знаю, здесь стоял. Но Кира все равно времени свободного получается, день как минимум. Не знаю, что в этот день придумать. Можно здесь гем поставить, посмотреть. Опять же, мне, у меня нету замедления все еще. Замедло было бы неплохо получить. Конюшню посетим. Правда, это поздно, да, это получается пятый день, там на седьмой день это, конечно, толку мало. Наверное, все-таки лучше было бы просто тупо на разведку поехать в этой трже. Пока суть до дела. Ну ладно. Так, 3500, бегаем. Можно не стоило на эту арену отвлекаться, но хочется статов еще. Прошлое, кто вин? Боже, эти вопросы, блядь, как же вы заебали. Ленивые, блядь, зрители. Я вам расскажу одну сказочку. Есть такая группа ВКонтакте, которая называется Heroes 3 TV. И в этой группе есть обсуждение, так называемое. И верхней строчкой обсуждений... Верхней строчкой обсуждений находится обсуждение вот с таким вот названием. Читать по-русски, я думаю, многие умеют. Звучит это примерно так: результаты геройских игр Творы на 2016. Перейдя по этой ссылке, вы можете ознакомиться абсолютно со всеми играми, которые я сыграл за 2016 год,
а также посмотреть те игры, которые на сейве, те, которые не завершены. В первом сообщении игры на сейве. Апдейт — это, собственно, то, когда обновлялась последний раз эта информация. Обновляется она сразу же, когда есть какой-либо результат в каждой из партий. Также здесь актуальные турниры, в которых я играю, и то, как читать отчеты. Если прокрутить ниже, то там за каждый месяц есть отчеты. То, как закончилась та или иная партия. Но, блять, и нахрена, сука, делать два клика и смотреть всю доступную информацию, если можно прийти и просто спросить. Правда? Я, блядь, для кого эту херню пишу? Для кошки своей, может быть? Или вы думаете, мне очень интересна эта статистика моя? Вообще ни хрена не интересна. Кто же выиграл прошлую игру? Да не знаю, не знаю, ребят. И позапрошлую тоже не знаю. Он спрашивал зрителя, теперь будешь, блядь, бабушек под подъездом спрашивать. Это мой стрим и мой чат. Я эти сообщения воспринимаю как обращение к себе, а не к зрителям. Сурово что-то, ибо нехуй. Ни в первый и ни в последний раз. Если ты об этом не знал, напиши, окей, буду знать. Нет, блять, он у зрителей спрашивал. Давайте позащищайте еще. Тоже отъедете. Папашки, блин.
too heavy. You never get too cool that you stop paying your dues. Oh yeah, what can a poor boy do? You better get back to your mama, she'll take good care of you. Lost your wife, lost your son, stay out and drink until the morning comes. Oh yeah, what can a poor boy do? You better get back to your mama, she'll take good care of you. Country girl, take my hand. Что было бы, кстати, неплохо сюда разведку заслать. Тоже хороший комментатор. Зрители, подскажите, деф статистики это значит дефит или что? Открываем еще раз темку. Результаты геройских игр Товарына. Что же значит деф? Непонятно. В данном случае деф значит нанести поражение. Деф равно вин. Лучше ничего не спрашивайте. Да не, давайте спросим по... все те же вопросы, которые спрашиваете всегда. Чего же не спрашивать? Ой-ой-ой. Копать мы не хотим. Вообще чего-то не хочется. Так, давай на всякий случай. Так, городов по городам сравнялись. Только что-то в Тржаке в этом нихера не было. Вот и грустно. О, кунсочка. Все-таки что-то есть. Так, хорошо.
натурально, кстати, сделано. Не знаю, бегаю как дурак туда-сюда. Кири делать определенно нечего пока что. Лучше бежать мне надо будет. Хотя, может, сейчас уже должны будут развиваться, посмотрим. Замедла по-прежнему нету. Тут эти несколько ходов медленные получаются, блин. Ладно. Вот дерево находить. Так, городов стало больше. Это не есть хорошо. Что зависит время хода? Шахматный таймер. Александр Успехов, я, кстати, с Ростова, почти соседи. Ну да, Киев и Ростов, это почти рядом. Где бы еще мог Героев 3 посмотреть? Ну, welcome, welcome. Здорово, Творин, еще точно катки, Микри как боженька. Спасибо, будем стараться. Здравствуй, Disciples 2, играешь с другими игроками? Привет, нет. Я играл только компанию, это было год назад. Сейчас просто воды заливаются на YouTube. И уже почти все, там одна серия буквально осталась.
Ну и насколько я слышал, в десах вторых там мультиплеер не очень сбалансирован. Тот, кто нападает, имеет очень существенное преимущество, поэтому смысла особо нет играть. Блин, хреново, что здесь проблочен проход к шахте. Нужно цепь сейчас тащить. Конца, надеемся, будет большая, потому что так-то трежак грустный. У топа хорошо, у топа в принципе неплохая была на статы, но больше ничего нету. Ни ульев, ничего. Просто пустое пространство. Здесь что-то могло быть, но я уже не стал отвлекаться. Конца это хорошо. Надеемся, что она будет приличная. Двойка, тройка. А лучше четверка. Какой из классических фолов тебе понравился все же больше? И сильно ли тебя тошнило от тактикса, если ты его вообще пробовал? Чувствую себя презренным с Померастом, в эти раз уже. Я не видел, сори. Почему-то не отображается как от обращения к стримеру, ну типа, чтоб выделялось светом. Ну, первый, второй Fallout я котирую. Какой больше, я даже не знаю. Но, наверное, все-таки второй. В Tactics я не играл, я видел на стримах Tactics. Ничего не могу сказать, ни плохого, ни хорошего. В третий Fall пробовал играть, полная чушь. New Vegas, опять же, не играл, но видел на стриме. Ну, не знаю. Четвертый Fall не играл и нет желания. Кто напал, тот и выиграл. Ну да, да, бафы там, апкасты. Дебафы и так далее. Было, кстати, гунаром 100 мувов не пожалеть, вот эту кучку дерева подобрать. Определенно надо было, дерева мало. Ну ладно. Так, и здесь что у нас? Халява, золото. Где же экшен, ребят? Если вы задаете такой вопрос, то очевидно, стримы героев не для вас. Папашка, ты так ходишь быстро, конечно, понятно. Может, там моб сражается и т.п. Но ждем его хода, будем сюда дольше. Это кажется так. Игра. Играешь в какие-нибудь другие глобальные стратегии, кроме героеподобных игр? Цивута, Age of Wonders, Игра от парадоксов и т.д. Если да, то что понравилось? Если нет, то почему? Спасибо за поддержку, Катон Сев. Не играю. В детстве я пробовал Циву, Age of Wonders не играл. Почему не играю? Но на самом деле я сейчас, во-первых, я ленивый человек, и я как бы привык, ну, особо не распылять свою деятельность, это раз. В детстве я поигрывал там в разные игрушки, и вот что мне больше всего понравилось, а мне понравилось именно герои, ну, Fallout тот же, не знаю, Кармагеддон, там, бла-бла-бла, Володы еще в свое время играл.
не онлайн, а типа старенькие лоды. Короче, в то, ну, такие предпочтения и остались. Сейчас же нет времени, да и желания особо что-то новое пробовать. И старое, ну, старое новое, скажем так, тоже не особо, поскольку, ну, банально нету времени распылять деятельность еще на что-то, ну, не хочется. Арканум, да. Да много чего было тогда. Не знаю, ну можно от первых думов вспоминать там всяких бладов, заканчивал типа арканумами. Так-то я играл, я пробовал там, не знаю, и StarCraft, и какие-нибудь цивилизацию, казаков там. Вот в Age of Wonders не играл, какие-то игры мимо меня прошли, так уж сложилось. Володы, да, я играл. Но опять же, это все было, все эти игры я играл на нубском уровне, типа в детстве. Просто сам с собой, ну типа с компом, не онлайн там. Так какого онлайна тогда не было еще. Тому Амилуя, НП, мамка спать позвала, только что не бывает. А насчет быстроты хода оппонента, это кажется, таймера у меня меньше. Но у меня были очень такие насыщенные активные действия в прошлый раз. Сейчас это как-то все, ну так, просто. То есть тут уже нет цепей. На прошлом стриме мы работали цепями, что два отрыжика одновременно чистили. Тут уже особо не почистишь. Это проще зачистить одну отрыжу и двигаться далее. Age of Empires тоже играл чуть-чуть. Это было все до определенного какого-то периода, я уже не помню. До какого, потом я просто перестал в игры играть, мне стало неинтересно. Я начал там тусоваться, на концерты ходить. Короче, другие приоритеты были. Baldur's Gate топчик. Baldur's Gate я, по-моему, тоже чуть-чуть играл, я уже не помню. Привет, привет, ребята всем. У тебя разрешение экрана просто себя запускает, ла-ла, половина экрана у меня отсутствует. Ну, я сейчас играю конкретно героя, у меня открыто, сейчас я скажу. 1090 на 675. Но это чисто под стрим сделано. Так-то мне 1920 на 1080 мне не нравится, потому что все мелкое. А вот просто типа HD 1280 на 720, ну то есть стандартное разрешение. Не Full HD, а HD, оно как бы нормально. Ну это кому как больше нравится. Опять же, можно играться с разрешением.
Если мелко, просто попробуй разрешение меньше поставить, ты точно так же можешь его развернуть на весь экран, ну, смотря какой у тебя монитор, опять же. У меня 23 дюйма моник, мне вот, как бы, такое разрешение, оно у меня почти на весь экран, мне нормально, прикольно вообще. 1280 на 720 тоже, в принципе, нормально. Ну, сейчас у меня это окно выглядит, я могу показать, опять же. Вот так вот. Вот она экран, это весь мой экран, вот так я типа это вижу. Тут браузер, там всякие программки. По стримам, вот игра, вот чатик. Так, ну и ход приходит. Там еще что-то. Может, туда не поймем. Так, султан Нефрит, давайте вы драться не будете, пожалуйста. Так, не единичка, уже хорошо. Ну, двойка. Ну, пойдет, пойдет. Конечно, тройка хотя бы в идеале. Ну, тут уж дареному коню зубы не смотрят. Не единичка, а на том спасибо. Блин, там что-то хорошее, блин. Лук. Там тетива, там просто напихано, наверное, всего. Ладно, не суть. Так, это тоже поинтереснее. Удачно зашел. Так, надо гильду строить. Не убил. Хорош.
еще Дефа тащит. Коробка. В скобках нет. Дерево нужно. За дерево. Так. Ты
Что-то я, кстати, зафейлил. Мне надо было сейчас разбиваться Кирю все-таки. Да, я ошибся, мне надо было сейчас, но я, правда, собрал ресурсов, в принципе, тоже это полезно. Но мне сейчас киллем надо было стоять на месте где-то, айм. По факту. С другой стороны, можно вообще план изменить. С ДД я, типа, через 2 дня вышку построю. И по-другому, да, как-то действовать. 7-й на первом ходу я построю. Типа можно мейн отжать у него. Если в этом смысл. Можно сюда в трежак заехать. Кстати, замедло. Думаю, кстати, насчет того, тем, чтобы сокровищницу построить.